Здравствуйте, я Ревенко Николай. Наконец-то вышел 2019 мудбокс. И я попробую разобраться, что в нем нового. Смотрю официальный хелп. Первая опция ⁇ сохранить объем. Специфичная для инструмента смож сглаживания. Эта опция по умолчанию отключена. Включите эту опцию, чтобы предотвратить случаи, когда сглаживание может чрезмерно ухудшить сетку. Если этот параметр отключен, то сглаживание работает в обычном режиме. Примечание. Эффекты сохранить объем менее эффективны на сетках с низким полигоном. Инструмент сглаживания. Папка дополнительная. Сохранение объема. добавляю слоев для наглядности И попытаюсь увеличить детализацию ну хотя бы вот этим так. испытание. В начале без сохранения объема. Теперь с ним. Размывается намного медленней и аккуратней функция несомненно полезная. Также новая функция «Объединить сетки». В опции «Меню Mesh» позволяет объединить несколько сеток в единый объект, который содержит все грани. Такого не было в предыдущих версиях мутбокса также улучшили динамическую тесселяцию. Добавили возможность удаления UV-карты. Мы усовершенствовали инструмент Patch. Клавиша Shift теперь работает для сглаживания кривых. Выделяю два объекта. И нажимаю кнопку «Объединить сетки» или же значок «Плюс». они действительно объединились. Также существует еще команда «Разъединить сетки». Значок «минус» на клавиатуре. Разъединять можно не только до этого соединенные объекты, но и выделенный кусок одного и того же объекта, как бы отрезать. Чтобы разъединить, нужно снять выделение с этих двух объектов. Вот разъединились. Новое свойство смещения штампа добавлено ко всем инструментам скульптинга, чтобы точно настроить глубину отпечатка штампа на поверхности модели. Значение равное нулю говорит о том, что черное не, не влияет на деформацию. При значении равном 0,5 на деформацию влияет и черное, и белое. При значении равном единице на деформацию влияет черное, а белое не влияет. Конечно, во всем еще нужно будет разбираться, но программа оставила хорошее впечатление. Плюсом является то, что можно полноценно использовать с 2019 3D Max. Ставьте лайки с уважением, Ревенко Николай. До свидания.